Всем доброе утро! Мы сегодня утречком решили поехать в Остенде. И мы хотим пойти на берег Северного моря. Итак, в этом году я уже второй раз на море, второй раз, когда холодно, и сейчас я нахожусь на берегу Северного моря, в Бельгии, город Остенде. И здесь не так красиво, как в Клайпеде. Кто не смотрел, посмотрите видео, рекомендую вам. Я ракушку нашла, ракушка. Она одна. Здесь как бы пляж, и сразу, когда поворачиваешься от моря, сразу видишь вот такое вот огромное количество жилых домов. Причем они все многоэтажные, но вот такая вот Бельгия и вот такие ее, как бы сказать, пляжи. Сейчас я нахожусь уже на краю Бельгии. Мы вышли на вот такую вот, можно сказать, произвольную косу. Здесь отбиваются волны, там уже залив, туда заходят корабли. И отсюда можно наблюдать абсолютно всю красоту Бельгии и вот этого города. И в частности, моря. Саше, как туристу, который впервые здесь бывает, собственно, как и я. А какие у него первые впечатления об этом в городе? Саша, что тебя поразило в первую очередь? В первую очередь слишком много ветра. Очень-очень прохладно. Да, но это можно объяснить тем, что это
морской город, что здесь ветер холодный, потому что Северное море. И то есть часто в таких городах ветрено. А еще что? Домики красивые. Да, домики, соглашусь, домики очень красивые. А еще что? Домики красивые. Ну и тишина, спокойствие, как-то так все. Атмосферненько, тихо. Да, тихо, красиво. Все к Рождеству готовят. И туристов мало. Вот да, туристов в Брюгге было немного туристов. Ну, не сезон, много, конечно. Было. Но все равно много. Но я думаю, летом больше. А в Остенде нет туристов. Ну или вообще очень мало. Thank you.